Ну а я все, я иду как глубокий старец, узривший вечное, прикоснувшийся к божественному, сам стал богоподобен и устремлен в это бесконечное, и который в умиротворении, покое, гармонии, благодати в этом сокровенном блаженстве пребывает, вовлеченный во все и во вся, понимаешь? Вот и все, в этом наша разница. Так что я иду любоваться мирозданием.